Начинаем работу. Депиляция ног. У меня. Так, сразу аккуратненько это присаду. Чтобы мне не запачкать платье мое. Здесь все аккуратненько. Либо. А волоски на ноге будем обрабатывать чуть выше колена. Чтобы не запачкать все пастой. И аккуратненько все это. Раз, раз, два. Что мы делаем для начала? Мы протираем ногу. Украшу салфеткой. Моя. Протираем ногу лосьоном перед депиляцией, которая подсушивает, обеззараживает волоски. Господи. Обеззараживает кожу и поднимает волоски все вверх. Готовит кожу к процедуре депиляции. Обязательно всю протираю я. Не влажными салфетками, а именно лосьоном для депиляции. Мы обезжириваем кожу. Пота. Загрязнение убираем. Приподнимаем волоски все, чтобы у нас хорошо ложился тальк, сахар, естественно, соответственно. И сразу я сделаю вторую ногу тоже. Так, идите сюда. Идите, мамочки. Так, поехали. Вторую ножку. Носочки. Я пока еще гнусь в свои 55 лет. Поэтому я считаю, что я нормально себе легко могу все это сделать сама. Протираем, поднимаем волоски все наверх. Я уже успела загореть у себя в огороде. В огороде, во дворе. В частном доме. Много работы. Стройки, уборки. Вкладываем фундамент сейчас мы. Так что все в процессе работы. Прям хорошенечко очищаем ножку. Не зацепляюсь долго. Выкидываем салфетку сразу. И эта нога уже подсохла. Значит, здесь я слегка присыпаю так. Вообще-то, перед работой надо все-таки... Вы можете чувствовать, я чувствую, что нога еще влажная у меня. Надо протереть насухо, чтобы тальк у нас не прилипал к влажной поверхности. Поэтому вот присыпаем тальк. У нас сначала на пальчики, потом на ножку. А, немного, но достаточно, чтобы было хорошее сцепление, чтобы не было перегрева кожи, травматизации, чтобы не нагревалась кожа. Ну да, все это я сказала. Я могу все это сделать и пальчиками, рукой без салфетки. Но себе все равно, для себя я все равно работаю с перчаткой. Как бы там ни было. Я-то знаю, как это. Залипают пальцы на пасте. Пальцы жирные, в любом случае выделяется пот и жирная текстура все равно кожи, как бы там ни было. Соответственно, и паста будет плохо браться. И под ногти попадает эта паста, если у вас нет талька. И вообще очень такой сильный дискомфорт. Салфеточки сюда беру, чтобы не мешали. Делаю все это быстро, потому что ко мне должна прийти клиентка через полчаса. Сколько успею, столько сделаю. Значит, что мы делаем? Беру пасту. Это из серии мягких паст. Так. И поднимаю ножку, чтобы удобно было вам работать и срывать. На пальчики накладываю три. Беру три пальца. И беру столько, сколько я считаю нужным. Я всегда сама чувствую, сколько мне нужно пальцев, какая нужна паста. Мастер-профессионал, он все это знает сам, без всяких подсказок. Хочу я, в первую очередь, сделать все-таки на пальчиках, пока паста еще не растаяла хорошо. Не знаю, видны пальчики или нет, но я попытаюсь. Если вы не достаете, вам сложно согнуться, а бывает, что животик мешает или еще что-то, можете приподнять ножку еще выше, вот так вот. И аккуратненько накладывайте сразу на пальчики. Можете на все прям наложить, пока паста еще не совсем растаявшая. На пальчиках должны хорошо убраться волоски. Прямо вот так вот разом. Все нормально. Никаких болевых ощущений нету. Эффект пилинга кожи. Да, и кожа будет менее морщинистой казаться у вас, если вы сделаете все как нужно. Так, красоту. Эстетика всегда должна быть у нас. И что мы делаем дальше? Я, допустим, начинаю с одного края. Сбоку. Поставлю пальчики. Ну, вот я три сейчас показываю. Просто ставлю пальчики. И мы медленно катимся. Хотя паста... Не мягкая, не супер мягкая, она средняя, потому что уже жарко в помещении. И паста сама сейчас растает так. Для комфортного нанесения, конечно, чем мягче, тем лучше, но не всегда мягкая паста может... Вы можете залипнуть легко на мягкой пасте. Если у вас нет резкого срыва, если вы еще не совсем опытные. Поэтому медленно я протягиваю. Я ручку подкладываю сюда, чтобы была плоская поверхность у меня на ноге. Вот, все, насколько хватило пасты, сколько я растянула. Чем мягче паста, тем быстрее она проникает, подтаивает, быстрее высыпляется все это.
Ну, лучше, скажем так. Все, уже тут еле ведется. Теперь что я делаю? Я перехожу сюда, делаю натяжение. Здесь нога у меня более такая. Давай, давай. Растяжимая кожа, скажем так. Все, чисто с одного раза. Вот один волосок. Тонюсенький, видела? Все. Когда у вас, вы провели, сорвали, у вас остались волосы, это говорит о том, что вы не дали пасте хорошо подтаять. Когда паста вся подтает хорошо, зацепится за все волоски, она легко удалит все волосочки. Все до одного. Если остаются, чуть-чуть стык-стык делаю. И такими же движениями резкими наносится паста медленно и плавно. Срывается резко. Вот я одну полосу делаю. Я не намазываю на всю ногу. Я не провожу по много-много-много раз на одном месте. Один-два раза. Если у вас остались волоски, вы локально на один волосок наносите пасту. Я могу даже оставить, допустим, эту пасту здесь и просмотреть поближе, повнимательнее. Если тут волоски, я не вижу. У меня вместе с волосами вышел из мой загар. Ну, мертвящие клеточки тут есть. Я волосы специально ничего не делала, оставляла специально для видео, чтобы снять, показать. Поэтому вот прохожусь еще раз здесь. Здесь у меня волос нет, но вот именно это место почему-то всегда у меня шершавенькое такое. Там, видимо, есть... О, да, что получается? Кинонинцы. Смотрите, какой пятак. Это мой загар уличный, так как я работаю на улице. Естественно, тут загар вместе с грязью. Не хочу сказать, что грязь, но вот загар условно уходит. Ладно, значит, легче будет прилипать следующий загар. Уже почище будет. Ставлю рядышком и точно такую же полосочку я провожу. Локоток вперед всегда. Чтобы не залипать волосы, я могу идти немножечко в бок. Рукой я поддерживаю то, что у меня тут висит моя нога, да, нога моя. Потихонечку, медленно качу, спокойно, не напрягаясь. Ни о чем плохом не думаем, только о том, что скоро не будет волос у нас здесь. Вот будет все шикардесно, красиво. Все, прошлись. Такой слегка, даже скотч такой, знаете, который уже, ну, по ощущениям, скотч, который уже не липнет, но еще какие-то потуги пытается сделать, чтобы прилипнуть. И все, он легко и срывается. И он условно чувствуется только сюда, как будто просто пилинг. Опять ставлю здесь и на себя. Накладываю пасту медленно и плавно. Срываю резко. И чуть-чуть захожу в бок, потому что тут сверху еще есть волосы. Чтобы не тянуть волоски, я просто прошлась по пасте и повернула туда, где нет волос. Чтобы не поднимать пасту с волосами. Если я здесь остановлюсь, то мне придется ее высоко поднимать. А здесь я закруглила сюда и замечательно. И пошла. Легко и непринужденно. Абсолютно замечательно себя чувствую. Вообще никаких у меня нет болевых ощущений абсолютно. Волос мало. Теперь вот здесь вот захожу чуть ближе уже. Я делаю так, как удобно мне делать. Делая самой себе. Поворачиваю. А так как здесь коленочка, я ножку сильнее сгибаю, потому что чтобы колено у меня было более натянуто. Да, тут, конечно, надо выше колено зайти, чтобы у меня вот такого перехода не было. Бешеного. Все, гладко. Самое главное – это результат. Вы должны видеть, что у вас нога гладкая, что нет волос, что нет синяков, что нет оставшихся пенечков каких-то, что все просто замечательно. А, коленочка. Вот тут я немножко наискосок взяла, вот сюда пошла. Вот видно, да, что тут волосы у меня. Они редкие, но они уже длинные. Ну, вполне как раз. Уже я платье одела, значит, пора уже удалять. Все-таки настало время. Ноги, волосы на ногах. Ноги на волосах. Ноги на волосах или волосы на ногах. Ах, мало. Не хватает. Я поторопилась. Поэтому я вижу, остаются волоски, значит, мало. Медленно, медленно. На коленках у нас есть суставы. Вернее, у нас есть суставы. На коленках тоже. И где суставы, обычно скапливаются соли, шлаки. Поэтому часто здесь бывает, что залипает паста именно в одном каком-то месте. Вот вы везде делаете, срывается, а в одном месте она залипает. Ну, что ты не делаешь? Это вот как медовый массаж. Где есть шлаки, там мед и остается. Не отлепляется от кожи. Так, берем опять потихоньку, протягиваем вверх. Я не тороплюсь, я делаю все спокойно. Вот тут я чувствую, как тянутся длинные волоски, поэтому я заворачиваю сюда. Опять протягиваю и потихонечку заворачиваю. Вот именно в этом месте у меня густота. Вот я куда-то зашла дальше, да? Ах так, если я зашла дальше, значит я протягиваю еще здесь по волосам, чтобы у меня не осталось тут островок из волос. Сейчас эту пасту все сюда перетащу. Перчатки тянутся. Вот так вот, аккуратненько. Потихоньку
еще разочек пройдусь, чтобы паста хорошо проникла у нас туда, куда надо и проникнуть. Подтаяла хорошо и зацепила. А вот, чтобы у меня здесь хорошо отлипла паста, я беру еще раз так и выше места, где может быть залип, потому что паста тут вот мягкая. И немножечко здесь размазываю, чтобы мне пройтись по этой пасте и легко сорвать, потому что она, видите, размазана здесь. Здесь нет валика, хотя валик должен присутствовать. Валик сам по себе, он охлаждает немножко саму пасту. Толщина есть, и паста легко сорвется. Если вы размажете до такой степени, что у вас будет здесь вот такая вот размазня, вот так вот гладко-гладко, вот вы размазюкали совсем ее, и не можете зацепить, не знаете, как это сделать. А для этого нужен обязательно валик, чтобы валик поднял весь этот пласт. Вот он по краям, допустим, здесь холоднее паста, она остынет, и этот кусок уже легко поднимется сам, чем вот такой размазанный. Если у вас еще нет резкой силы срыва, то вам будет сложнее. Поэтому смотрите. Резко делаем все. Пальчики перпендикулярно поверхности кожи. А, рву я не вот так. Не вот так. Не вот так. Я рву вот так. Натянула, придавила немножко. И раз, у меня уходит сама кисть вперед, а не пальчики. Пальчики следом за кистью. Раз. И раз. Когда сильно большая широкая дорожка, я делаю методом елочка. В одну сторону, в другую, если у вас залипла вдруг паста. В одну сторону, в другую. Нужно найти холодное место на ноге, где вы еще не надергали ее и нет залипа. Так, чуть-чуть приподнимаю я коленку, для того, чтобы на колени именно убрать волосы. Что за звуки? Кулер мой возмущается. Потихоньку. Раз. И обязательно протягиваю. Прежде чем сорвать, я ставлю на краешек, протягиваю и срываю. Ставлю на краешек, протягиваю и срываю. Я не делаю розочек, потому что это долгая история, и это, ну, это просто такой маркетинг. Не знаю, какой доход, это просто. Просто. Все, не будем про это говорить. Это не мое, поэтому я сделала, все. Паста мне как была, так есть. Я ее не мну, не месю пальцами. Я ее не закручиваю никаким образом. Что я считаю, чтобы обычно говорят, закручиваем розочку, да? Вот паста сразу. Закручиваем розочку, нанесли, закручиваем розочку, чтобы якобы отрывать когда пасту, чтобы она не отлетала. Но паста-то отлетает в момент, когда вы срываете, там нет розочки уже. Вы-то ее срываете, тогда она отлетает при срыве, а не когда вы закручиваете розочку. Ну, короче, я считаю, что это абсолютно не нужно. Но это лично мое мнение. Я не хочу никого обидеть или сказать, что кто-то лучше делает, кто-то хуже. Мне недавно девушка написала, сказала, какой ужас. Вы вообще нифига ничего не умеете, кто ж так делает. И вообще надо в первую очередь на яйцах срывать волосы. Это про мужчин, а не наоборот. Я считаю, что перемена места там, где срываешь, не очень важно. Ничего не меняется, главное, чтобы все было удалено, и чтобы все было чисто, гладко и без проблем для клиента. И раз, и раз. Так, замечательно. На просвет смотрю сбоку, не вижу ничего. Поворачиваю ножку, смотрю на просвет, не вижу. С этой стороны тоже ничего. Вот, увидела. Вот. Здесь я, значит, протяну чуть-чуть локально. Коленку я могу, конечно, еще раз, потому что колено – это колено. Здесь волоски жесткие. Так. Возможно, на ком-то я бы убрала бы более аккуратно, может быть, более... Как-то, может, по-другому. Сейчас я удаляю это на себе, и как мне удобно, так я и буду делать. Лосюшечки растут они все вниз, поэтому здесь я точно так же делаю сюда. Главное, мне успеть вторую ногу сделать хотя бы спереди. Да, на вторую мы сделаем без разговоров. Натяжение. Тик-тик-тик, стоп. Главное, чтобы это было над кожей. Лучше никуда ее не забрасывать. Здесь все чисто. Еще разок я провожу сюда. Здесь сложнее. Волосы растут отсюда сюда. Поэтому удалять лучше с той стороны. С внешней стороны. Где волоски есть, там чувствуется, что они выдираются. Еще разок. Я изнутри прям вот помогаю, потому что силы тяжести, силы натяжения такого уже нет уже. Вот сюда вести не очень так удобно. Я надавлю ручку, как массаж мы делаем, придавливая второй рукой и помогая мне очень удобно. А срывать-то уже будет проще. Натяжение. Тут кожа немножко болтается. Расслабленная. Вот. И раз, и раз. И давай-давай. Опа. Молодец. Я молодец. Кто молодец? Конечно же я. Так, смотрим на просвет. Не до носков. Теперь я пытаюсь эту... Дай. Дай. Теперь я пытаюсь сделать это вот так. Так, они растут туда. Значит, туда. Ну ладно, буду дергать так, как у меня получится. А что делать? Тут волос мало-мало, но можно их удалить. Ну да, у меня мнется нога, я не знаю, как у других. Ничего не могу сказать про вас. Ну пытайтесь. Пытайтесь еще.
чаще вы будете себя загибать с каждым днем, а может даже несколько раз в день. Гнетесь, гнетесь в эту сторону, гнетесь. Тем быстрее вы будете гнуться, это точно. Каждый человек может со своим телом сделать все, что угодно. Поэтому и вы можете тоже. Да, будет где-то больно сначала, будет растяжение. Это растяжение мышц. Постепенное, не очень такое агрессивное. Главное, чтобы все ничего не сломали, конечно. Тут начнете удалять волосы. Так, и теперь быстренько на этой ноге. Но у нас уже обработано. Просто показываю. Поехали. Самое главное спереди сейчас убрать. Сзади мне почти нет волос. Так, так как здесь маловато, я хочу немножко добавить. Просто вот отсюда я засплюсь. Опа! И туда ты у меня упала, дорогая моя паста. Тут все залипну сейчас. Эй! Так, мамочки. Короче, залипуха. Потому что я тороплюсь. Торопиться никогда не надо. Так. Вот здесь прямо ставлю кусочек. Мне хватит. Оп. Поехали. Это очень холодненькая паста. Там. В середине ничего, да? Ну ладно. Не важно, с какого места вы начнете. Главное, чтобы везде все сделали аккуратно. Тянутся перчатки следом за моим пальцем. О, как! Тут я чувствую натяжение. Ух ты! А вот эта нога у меня очень чувствительная. Я совсем не чувствую. Вот тут один волосок остался. И на коленочке тут есть короткие волоски. Надо ее тоже обработать. Почему я вот так сверху сейчас? И здесь. Сейчас я размажу такой большой пяток. Но здесь надо убрать, и здесь надо убрать. И здесь сразу. И здесь сразу. И поехали. Раз. Все, быстро и пусто. Теперь давайте вот так делаем, чтобы не было пробелов, островков с волосами. Медленно. Подключаю четвертый пальчик, чтобы побыстрее это все было, пошире дорожку уже могу сделать я. Ослабленная нога, потому что все гладко. Здесь несколько волосков всего лишь, поэтому я сейчас здесь пройдусь. Никаких расстаний нет, все нормально, все хорошо. Тут может быть, я не вижу, но... Так, теперь немножко коленочку приподнимаю. Кстати, забыла о пальцах. Ага, летел кусок пасты. Я сильно резко работаю и быстро-быстро несу эту пасту. И она у меня уже так не работает. Вот я сейчас оставлю здесь. Тут тоже нормально все было. Пойду здесь. Пусть она тут полежит на ноге. Подтает и в то же время охладится. Вернее, она уже подтает, а ей надо охладить, потому что я сильно быстро несу ее. Перемешиваю между собой. Такие полоски. Даже не сфотографировала ногу волосатую. Свою. Здесь видно будет. Конечно, я этой рукой работаю здесь, мне здесь не очень удобно. Здесь эта рука мне удобна, а здесь не очень. Так. Ну что, все равно я так же гнусь. Я могу вот так наклонить немножко ножку. Вот так. Придерживаю вот это место, чтобы у меня распределялась хорошо паста. Натяжение. И поехали. Это уже нужно побыстрее все сделать, когда клиент уже на пороге остался.
7 минут. И, конечно, могут раньше прийти. Ах ты, клиенты. Смотри-ка, как она вся отлетает. Ты чувствуешь, как она куда-то ударяется в стенки. Ладно. Будем отвлекаться. Там мы половину удалили, поэтому здесь натяжение делаем. Надавливание помогает второй ручкой. Накладывать там нужно без натяжения. Ничего страшного. Все может. Зато вы нормально себе наведете все. И немножечко отодвигаем. Да, у меня еще и руки длинные, ноги длинные. Поэтому я могу разогнуться. У меня рост 1,72 м. Иди сюда. Опа. Фух. Так, смотрю. Волос не вижу. Контроль уже. Не замечаю я. Ох, вижу. Нет, я вижу. Видеть-то я вижу, но где-то могу просто пропуститься. Вот тут я залипла, Манюха. Вот теперь, когда подостыла немножко паста в ногах, она уже легко может сняться. Или вы подержали немножко в руках, она паста остывает все время. Это не воск, который... Воск тоже остывает, кстати, когда вы нагреешь. Паста тоже остывает. Так, и вот тут вот места, где у меня... Видно, как у меня куски кожи отлепляются тоже. Я не скрабила, чтобы было более наглядно видно. Лучше. Вон как хорошо. Но загар весь сходит. Это не грязь, это загар, потому что он везде равномерно. Бывает это место, что у многих такое шершавое, где все время трогаю, но у меня такое шершавое. Не знаю, что там. Да-да, сейчас, секунду. Вот так вот. Все. Заканчиваем процедуру. Обрабатываем. Все, после депиляции пальчики. Протираем хорошо. Потом можно быстрее, если торопишься, ты можно быстро-быстро это сделать. Быстро-быстро-быстро, вот ножки гладкие у нас. Опа, прилипла. Прилипли пятки. Вот у меня намазалась немножко пасты. Все смывается. Если сильно много, не можете отлепить, берете воду и просто водичкой промываете. Тут между пальчиками где-то паста застряла. А, тут еще босиком бегала здесь, я грязные ступни. Так, ладно, все. Все хорошо. Все гладко, все замечательно. Ничего не выпьет. В конце обязательно выкидываем салфетку. И этой же салфеточкой мы просто протираем насухо. Раз, два. И раз. Чтобы в поры не попала инфекция. Обязательно все это так себе я могу сделать. Ну, шугарить в сетке обязательно. Все легко и просто. Пальчики. Подушка еще, по-моему, в пасте.